Новогоднее путешествие по Чувашии в праздничные дни жителей и гостей нашей республики ждет настоящий квест с призом в завершении. Во время новогодних каникул с 3 по 7 января для всех желающих начнется новогоднее путешествие. Каждый день будет тематическим. 3 января приглашает в гости Мариинский Посад. Город превратится в настоящую сказочную столицу Чувашии. 4 января праздник продолжится зимними сказками Чебоксарского района. На следующий день всех ждет в гости город Новочебоксар с программой «Новогодний круиз без виз». Фестиваль снежных скульптур, театр под открытым небом и новогодние колядки. 6 января волшебство начнется в Маргаушском районе. А 7 числа Рождество в Алатыре. Мы в этом году сделали упор на то, чтобы наши туристы могли выехать в лесные массивы нашей республики. У нас планируется также и промониторить впоследствии социальные сети, да, каким образом люди будут отражать себя в тех или иных местах отдыха, тем самым продвигая эти туристские маршруты. И мы определим наиболее интересные и привлекательные. Каждый желающий может получить единый пригласительный билет на год в музее нашей республики и даже выиграть сертификат на 2 лица на отдых в гостевом доме. Этого нужно пройти весь маршрут новогоднего путешествия, собрать 6 печатей на специальной карте туриста и предъявить ее до 10 января в информационный туристский центр Чувашии. Для того, чтобы нашим туристам было просто и легко передвигаться, во-первых, будут по заявкам, обязательно по заявкам ежедневно в каждый из районов уходить автобусы туристского класса от туристско-информационного центра, если точнее, от площади Чувашского национального музея. Уже с завтрашнего дня новогоднюю карту туриста можно будет забрать в главном офисе информационного туристского центра по адресу бульвар Купца Ефремова, 4. Полную информацию по всем праздничным мероприятиям можно посмотреть на сайте volgaturism.ru в разделе «Календарь событий». Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов. Республика.